обзор отеля Турунч Резорт. Находится в одноименном поселке Турунч. Начинаем с ресепшена. Отель находится в очень живописном месте. Очень красивое место. В районе Мармариса. Привозит вас автобус от Мармариса недалеко, 8 километров, но по горной дороге, по серпантину. Да, мы попадаем на ресепшн, селимся. В отеле 5 корпусов А, Б, С, Д, Е. Ближайшие к морю А, Б. Ну, желательно туда и поселиться, потому что С, Д, Е корпуса подальше от моря. Сейчас мы идем, находимся, ресепшн находится в корпусе С. Сейчас мы выйдем и увидим корпуса А и Б. Да, выходим с ресепшена. Очень красивая зеленая территория, небольшая. Вот корпус Б, вот А, или наоборот. И идем в сторону моря, в сторону бассейнов, моря, ресторанов. В отеле несколько ресторанов. Есть расписание, где завтрак, обед, ужин. Завтрак проходит в ресторане. Сейчас завтрак, который находится возле бассейна. Бассейн верхний. Чай, кофе. Турецкий чай, кофе из автоматов. Очень чисто в отеле. Большой выбор еды. На завтрак, так на обед и на ужин. Есть ресторан закрытый и на улице. Ну, как всегда, выбор огромен. Несколько зон выдачи еды и, соответственно, очень много посадочных мест. Вот сейчас уже тепло. Многие кушают на улице. Это первый большой бассейн. Мы спускаемся вниз, еще ближе к морю. Приятного. Тут у нас есть фрукты. Лежаков много, лежаки новые, очень хорошие. Выходим на пляж. Территория очень зеленая. Просто отель покоряет своей территорией. Сейчас зайдем в детская зона. Небольшая площадка. И мини-клуб. Неплохая площадка, но не очень большая, скажем прямо. Мини-клуб. Там наверху тоже какая-то часть ресторана. Я так понимаю, в сезон здесь много людей. И мест, соответственно, посадочных тоже много. Сейчас начало марта. Ну, середина даже, наверное, занято треть, чуть больше трети отеля, два корпуса А и Б. Я так думаю, что дальше пока не селят. Здесь проходит анимация, тренировки. Ну вот вне сезон пока я их не замечала. Мы приехали с фитнес-туром и проводили свои тренировки. Это дискотека.
ночной клуб, так называемый. Мы туда не ходили. Вот очень громко там, работает с 0 до 2. Здесь тоже бар. Вечером здесь можно выпить. Все утопает в зелени, просто нереально. Здесь проходят тоже анимационные вечером мероприятия. Амфитеатр. Там проходят шоу, как и везде в турецких и египетских отелях. Вот сюда мы подходим, это уже выход из отеля, и можно пойти в деревню Турунч. Ну, ничего особенного, но сходить можно. Возвращаемся к пляжу. Пляж относительно небольшой, как для такой территории отеля. А сейчас начало сезона, людей немного, и как бы мест всем хватает. В середине лета, возможно, будет не так свободно. Вот там вдалеке деревня Турунч, там есть общественные пляжи, пляжи других отелей. Лежаков очень много. Конечно, сейчас даже четверть не занимают. Как будет в сезон, возможно, на пляже будет немножко тесно. Но есть несколько бассейнов, есть даже аквапарк. Мы сейчас туда тоже пойдем. Повторюсь, лежаки новые. Мне нравятся такие лежаки. Удобные. Полотенца, как и везде. За карточку меняют. И выдают. Есть понтон. Летом он находится посередине воды, я видела на фотографиях. Ну, возможно, там можно прыгать, нырять. Вот такой маленький бассейник. Там тоже много-много. Лежаков очень много. Я не знаю, будет ли здесь столько людей, но лежаков очень много. Можно занять в любом месте. Там в конце пляжа волейбольная площадка с аниматорами, да, играют в волейбол. Вот там ряд магазинчиков. Ну, как бы, если вы находитесь в отеле, все включено, магазинчики вам не очень нужны. Это главный большой бассейн, в котором все обычно собираются. Сейчас 8 часов утра. Время завтрака. Все пошли на завтрак. Поэтому пока еще никого нет. Но солнышко уже хорошо припекает. То же самое. Лежаков много. Бассейн большой. Чистый, красивый. С вот таким шикарным видом. Вид в этом отеле подкупает. Это снэк-бар. Здесь проходит обед. И вот на втором этаже тоже сейчас оборудуют зону. Ну, пока, я же говорю, в начале сезона хватает мест и здесь. Здесь проходит обед сейчас. Вот там под крышей пекут лепешки. Днем можно покушать. В отеле можно покушать круглосуточно. На ресепшене вам дадут распечатку, в которой будет написано, где, что, когда вы можете покушать. Дальше. Вот это зеленое здание. Это сауна, хамам. До часу дня там можно побыть бесплатно. Там несколько саун, хамам. В принципе, мы были вот, когда прохладно было, с удовольствием ходили, грелись. И есть там тоже бассейн наверху небольшой. Также здесь вы обмениваете карточки на полотенце. Вот за той стойкой начинается работу. Это в 9 утра, поэтому пока еще никого нету. То есть сюда вы приходите, обмениваете карточки на полотенце. Поднимаемся вверх. Еще утро, никого нет. Там у нас сауна-бассейн. Также здесь можно пройти процедуры. Вот там мужчина вышел из сауны. Не будем его смущать.
пока с утра проходит уборка. Здесь бассейн и джакузи. Выходя из сауны, мы идем в сторону аквапарка и еще корпусов, которые находятся уже дальше от моря. Но я могу сказать, что далековато. В сезон, наверное, они заселяются. Ну, как далековато? В общем-то, походить это неплохо. Если вас там поселили, не расстраивайтесь, бодрым шагом ходите. Ну, ничего не забывайте, чтобы не бегать туда-обратно несколько раз, потому что идти мы будем сейчас в гору. Вот, напоминаю, это корпус, в общем, А или Б, два корпуса ближе к морю. Вот корпус мы видим С, который вместе с ресепшеном. Он тоже хорошо расположен. Ну и дальше вот там выше корпуса, к которым нужно пройтись. Что мы сейчас и сделаем. Красиво. Здесь, поэтому, то есть, вы идете. Может, даже в сезон тут будет какая-то машинка ездить, подвозить тех, у кого, совсем ноги не идут. Но еда в гостинице, в отеле отличная. Есть, как мне кажется, все. Не придраться. Замечательная рыба, дорада, сибас. В обед и в ужин. На ужин всегда есть рыба. Не знаю, я мясо не очень, поэтому... Но мясо тоже есть. На завтрак шикарные йогурты, сухофрукты. Все, что хотите. Так, это корпус. Не знаю, сейчас посмотрим, какая буква написана. Относительно недалеко, да, туда мы вышли, и там уже будет море. Но пройтись придется. Мы сейчас немножко ускоримся, а то я не позавтракаю. Вот, поднимаемся вверх. Да, все время вверх, вверх, вверх. Идем мы туда, чтобы посмотреть аквапарк. Это будет крайняя точка отеля. Там находится аквапарк. Корпуса большие, номеров много, соответственно, и людей в сезон будет достаточно. Вид, мне кажется, здесь тоже открывается отличный. Птички поют, травка зеленеет, солнышко блестит. А я уже запыхалась идти в гору. Но подъем действительно такой резкий. Идти вот мы идем 3 минуты, то есть не так много, просто все время вверх. Эти корпуса сейчас мне сезон еще не заселяют. И вот он, аквапарк. Тоже замечательный вид. Сейчас еще пока закрыт, но мы туда зайдем. С 14:30 до 16. Я думаю, летом работает дольше. Детская зона. Взрослые горки. В общем, просто очень красиво. Отель Torrance Resort. Мы в номере. Корпус номер 2. Номера комнат начинаются на цифру 2. Следующая цифра – это этаж. У нас номер 2567, кажется. Чисто, свежо. Чистая душевая кабина, полотенце.
Шкаф, там сейф. Тут у нас две кровати. Большой и поменьше. Чай, кофе, чайник. Две бутылочки воды. Но вам воду можно взять везде. Она в свободном доступе постоянно. И вот такой у нас чудесный балкон. И таким замечательным видом. Территория отеля Торунч. Территория небольшая, но вся просто утопает в зелени. Вот очень-очень зеленый отель. И очень-очень красивый вид открывается с пляжа на такую красивую бухту. Недалеко от Мармариса. В Мармарис ходят маршрутки и также водные такси, вот такие кораблики. Это был обзор отеля Торунч Resort. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно нажимайте колокольчик для уведомления. И спасибо за лайк.